Привет, ребята! Вы на канале Альберт 1086. Сегодня мы проведем опыт. Каплю на каждый из этих продуктов йод, разбавленный водой. Если он потемнеет и станет такого темного фиолетового цвета, синего, то значит в нем и есть крахмал. Первый – картошка. Темнеет. Раз картошка у нас подвинулась к огурцу, следующий огурец. Ну, огурец. Нет. Хлеб. Хлеб прям хороший. Так. А, картошка уже потемнела. Теперь хлебец. Хлебец. О, тут тоже есть много крахмала. Вот это да. Сахар. Нет, в нем нету крахмала. Груша. Что-то есть черненькое. Что-то есть. Чуть-чуть. Ну, чуть-чуть тут крахмала есть, но не так много. И последний — лимон. В лимоне, как мы видим, нету крахмала. Ну что ж, всем пока!